Великобритания объявила о передаче Украине ракет «Амрам» для систем противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Помощь Украине обсуждалась на встрече министров обороны стран НАТО в формате «Рамштайн» в Брюсселе в среду. Последние неизбирательные удары России по гражданским районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. «Поэтому сегодня я санкционировал поставки противовоздушных ракет «Амрам» в Украину», — сказал Уоллес. По словам министра, эти ракеты помогут Украине защитить небо и укрепить противоракетную оборону. Кроме того, отмечается, что Соединенное Королевство поставит в Украину сотни ракет для систем противовоздушной обороны других типов, дополнительные беспилотники, а также 18 гаубиц. Также известно, что Нидерланды передадут Украине средства противовоздушной обороны на общую сумму 15 миллионов евро. Министерство обороны Нидерландов сообщило, что военным передадут зенитные ракеты для системы, которую предоставило Украине другое неназванное государство. Поставка ракет балансовой стоимостью более 15 миллионов евро происходит в свете недавних атак России в Украине. Правительство решительно осуждает эти атаки. Частично раскрывая вклад, правительство также хочет прислать сигнал России, говорится в сообщении. В Минобороны Нидерландов не раскрывают тип системы противовоздушной обороны, к которой предоставляются ракеты. Предположительно, Украина получит ракеты для зенитно-ракетного комплекса средней дальности NASAMS, который стоит на вооружении Нидерландов. По данным Минобороны, комплексы NASAMS Нидерландов используют зенитные ракеты AIM-120B. AIM-120 MRAM – это американская авиационная всепогодная управляемая ракета с активной радиолокационной головкой самонаведения. Это основное оружие класса воздух-воздух всех типов современных истребителей американских вооруженных сил и ряда других стран. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей. В зенитном варианте они запускаются из контейнеров. 6 таких контейнеров установлены на пусковой установке ЗРК NASAMS. AIM-120 весит 150 килограммов. Диапазон поражения в зенитном варианте составляет по дальности от 2,5 до 25 километров, а по высоте – до 16 километров. Спасибо за просмотр. Слава Украине!